обычный парень. Машел. В эту секунду я понял, что... Новый год! Отброс веселый. Елки, подарки. Это хорошо. Но самое главное... Добро! Теперь можно поздравлять. Денег много хочу пожелать. Опа! А в этом году я, надеюсь, никого не убью. Это елка, это я. Опа! Чудеса! Ну а что вы хотели? Год петуха. С Новым годом, Шаболда! С Новым годом! Всего хорошего в Новом году. Куда пропала елка? Ну, пойдем, я тебе покажу. Эй, мистер, ты гони! Парю-парю на себя. Эй, мистер, ты гони! С Новым годом, всем ура! Я хочу пожелать вам в новом году удачи, счастья всему. Опа, а в этом году я, надеюсь, никого не убью. Эй, почему? Новый год же! Мы будем знатно тусить, но... Погоди! С Новым годом! Я желаю вам счастья, удачи и любви. Теперь можно поздравлять. А нужно украшать. Денег много хочу пожелать. Это действительно самое главное, что можно пожелать. Новый год! Дорогие друзья, главное в жизни – это душа. Будь хорошим, добрым, умным. А главное – полюби себя. Это елка, это я. Опа, чудеса. Везде горят огни. Короче говоря, с Новым годом, Шаболда. Эй, мистер Снеговик. Ты куда елку дел? Ну, а что вы хотели? Год петуха. Опа, чудеса. Эй, мистер Снеговик. С Новым годом, всем ура! А на этом, собственно, все. Еще раз с Новым годом. Это елка, это я, это шапка, это очки. Там гирляндочки висят, они специально мигают, чтобы тебе было красиво. И в глазах у тебя заребило после этого видео, чтобы ты помнил, что только что посмотрел. Все, всех с наступающим, наступившим, всем ура! Пока!